Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. В последние годы Игорь Крутой сильно похудел и осунулся. Произошедшие с композитором метаморфозы смутили и напугали прессу и поклонников. Подозревали самое страшное – рак. Как оказалось, зерно истины в диванных диагнозах присутствовало. У композитора действительно была обнаружена смертельная болезнь, которую он тщательно скрывал от широкой публики. Однако диагноз Крутого – сахарный диабет, который, в общем-то, и вынудил его сесть на диету и пойти на другие радикальные меры ради поддержания своего здоровья. Всякие были выдумки по поводу диагноза, но слава богу, у него никакой не рак. Потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами, которой он тщательно придерживается. Иногда кажется, что Игорь Яковлевич вообще ничего не ест. И при всем при этом еще и активно занимается спортом. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.